Мы снова в Зеленоградском Ашане. Сразу при входе в Ашане продают розы в вот таких коробках. Это Краснодар и питомник Кутепова, вот это точно. Причем розы, цена бюджетная, 222 рубля стали стоить. Так, а эти вот стоили 490, теперь 395. Несколько подешевели. Они бедненькие, вон уже какие вымахали в рост пошли. Конечно, их надо покупать, иначе они погибнут. Так, ну, останавливаться на всех, наверное, сортах не имеет смысла. Ну, так, Баллада, Кейт, Белла Вита. Так, давайте еще здесь посмотрим. Вот такие вот чайные гибридные, но на обратной стороне, наверное, написано название. Преферанс называется. Так, тут пошли рододендрон розовый. Дальше ирисы. Почем они, не очень понятно. Агрофирма «Поиск». Сорта вот видно здесь хорошо. Ага, ирисы 292 рубля, стоили 346 вроде бы. Мисс Apple, Concord Crush. Harpswell Happiness. Вот такой. Этот Caesar's Brother. Так у них все тут вперемешку. Бегония вот это. И тут опять розы. Вот. Это агрофирма «Поиск», по всей видимости. Ну да. 499 рублей. Кордес Джубили, Ани Дюпрей. Как-то я не поняла. У них ни ростков, ничего. Это что? Нет, ну на мой взгляд, конец марта ростки какие-то должны быть, или они совсем высохли. Ну, тут я не могу утверждать, не знаю. Может, они их в очень холодном помещении хранили, но... Ну, вообще, конечно, как-то не обнадеживают они никак. Ну, это что такое? Так, а эти вот пошли в рост, но засохли. А вот в таких вот коробках они были дороже, это я точно помню. Аделаида Худлес, роза парковая. А сколько же они стоят? Как-то все перемешано. Ну вот сколько стоит, например, эта роза, но она, не знаю, но это точно уже ласты склеила, но тут уже все, что пошло, у нее засохло. Идеально для северных регионов. Нет, это что-то прямо не... А это написано роза бордюрная. Это к чему относится-то? В общем, все вперемешку. Ничего не понятно. Так, давайте смотреть, что есть. Гладиолусы. 385 рублей. Стоили 516. Ударная цена. Три штуки, что ли? Ну, не знаю. На мой взгляд, это безумие. Кто у них будет брать по такой цене? А уж по 516 даже и речи быть не может. Ну вот красивый, вишневый. Ну три штучки, 389 рублей. Может, и есть такие охотники. Так, это вот тоже уценено. 124 рубля стоило, теперь 99,90. Здесь две штучки.
Ну, они такого же разбора, не меньше, такие же, точно, только другая упаковка. Так, ну вот так вот давайте пройдемся, потому что все это мелкое, и рассматривать как-то все это не очень хочется. Так, там Барбарис Тунберга написано, здесь у нас лилии. Якобы были они 293 рубля, а сейчас 219, одна штука. Азиатская лилия. Так, агрофирма «Поиск». Что это такое? Крастак? Извините. Ничего страшного. Так, это Golden Snow. Дочь, а что это вы? Я, бабуль, это я снимаю. Нет. Forever Summer. Лилия азиатская. И стоит это 219 рублей. Ну, по-моему, так. А тут у них написано крупный размер, одна штука, луковицы. Хорошо, возьму. Здорово, но непонятно. Написано крупный размер, луковицы. И это все. Ну, ладно. Но она, правда, тяжеленькая, видать. Она такая крупненькая. Так, дальше поехали. Это бузина черная Black Beauty. Она стоит 414 рублей. Яблони в ассортименте. Вот такие вот уже большие, они высокие. Стоит 698 рублей. Абрикос сетка 898 рублей. Это яблоня, это абрикос. Так, абрикос монастырский. Яблочный спас яблоня, абрикос монастырский. Это все абрикос монастырский у них. А вот абрикос краснощекий. Так. Ну, вообще, такая корневая система, видать, сильная. Ух, тяжелый. Тяжелый. И стоит абрикос 898 рублей. Так, дальше что здесь вокруг? Обойдем, посмотрим. А, так, вишня в ассортименте 935 рублей. Яблоня обыкновенная Антоновка. Ой, посмотрите, это уже цветет. Это кто у нас такой застрельщик? Груша обыкновенная Лада. Вот она уже цветет. Так. Слива двухлетка, сетка 961 рубль. Так, слива, груша Лада в сетке. Антоновки много. Антоновка. У меня есть Антоновка, ей, наверное, лет уже, ну, 60 точно. Чуть-чуть она помоложе меня. Так, вишня-шоколадница. А вишня стоит 591 рубль. Это смородина черная. Вот она такая. Вот такая вот она. 208 рублей. Якобы она была 240, теперь 208. Это крыжовник пошел. 299. Актинидия ананасная. 551 рубль. Актинидия женская. 449. Ну, вроде как здесь сейчас все начинают уценять, как я поняла. Вишня войлочная. Одна штука. Питомник Кутепова 495 рублей. Так, и тут это ива. Ива 331. Ну, не знаю, это ива, наверное. Смородина красная, 338. А вот ива. Вот это к этому относится. Так. Айва превосходная, 433. Ну, в общем, чувствуется весна в разгаре. Конец марта. Так, 395 – это виноград. Сорта «Ливия».
Это все у нас, по-моему, поиск. Ага. Памяти учителя. Виноград плодовый. Вот такой вот виноград. Это арония в пакете. 442. И вот мы опять обошли все кругом, вернулись к розам. Так, пойдемте дальше смотреть. Там очень много всего интересного. Так, тут большая этажерка. Раз, два, три, пять рядов. Здесь мелколуковичные цветы. Фрезия. Она разная бывает. 5 штук, 193 рубля. А это 197 рублей. Вот такая фрезия. Иксия. Вот видно здесь хорошо цену. Спараксис. 5 штук. Трителлея. Рыхлая. Квин фабиола. 5 штук. Луковички такие миленькие. 193 рубля. Так. Это тигридия. Фрезия. Ацидантера. Бабиана. Вот что это такое, я не знаю, бабиана. Это тоже тигридия. Ирис. Это ирис не корневищный, а луковичный. Анемона. И вот махровая анемона еще. 197 рублей это стоит. Итак, опять ацидантера. И виатрис. 193 рубля виатрис. Так, ну это все мы вроде бы уже обсмотрели. Пойдем посмотрим этот стенд с другой стороны. Вот, пожалуйста, люпины. Мне подписчики пишут, а кто их покупает? У меня они растут как сорняки. Ну, кому-то нравится. Вот, например, вот такой красный красавец. Чего ж его не посеять, не посадить? Так, это люпины. Дальше традисканция. А это что, этот люпин стоит 341 рубль, что ли? Я что-то недопоняла. Да. Интересно. Так, астра новоанглийская. Одна штука. Пеплудом. Вот такая астра. Тут прямо вот эти этажерки стоят рядом. Невозможно смотреть. Астра кустарниковая, гравилат чилийский, аквилегия острочашелистниковая, астра тоже, купальница, аквилегия, мальва нигра, а там внизу прострелы и аквилегии. Так. Это ясно. Так, и тут много гладиолусов. 129,99 они стоят. Подойти к ним неудобно. Это две штуки 129,99. Но я на сортах не буду останавливаться, потому что тут очень неудобно лазить между этими этажерками. Дальше посмотрим. Вот здесь-то поудобнее. Здесь картинки побольше. 169,99 стоит. Три штуки. Ну, вот этот красивый. Вот так вот я пройдусь. А, видно название. Цена у них одна.
Это уже повторы, по-моему, пошли. Ага, ну мы не будем вниз спускаться, там неудобно смотреть. Дальше пошли смотреть. Когда они пишут, ударная цена 169,99 за три штучки, они что имеют в виду? Вот с другой стороны этой этажерки вот такое есть. А мицелий грибов 190,99. Подберезовик, опенок зимний, подосиновик, шампиньоны. Шампиньоны, о, боровик бронзовый. Ой, какой красавец. Какой красавец. Вот так все упаковано. Это значит мицелий там. Лисичка граненая. Трюфель белый. Никогда в жизни не ела трюфель. Так. Вешенка обыкновенная. Боровик королевский. Эх, красавец. Опенок летний, вешенка золотая, вешенка королевская, лисички, белый гриб каштановый, шинтаки летний, вон какие есть. И там еще шинтаки и не могу, а грусть настоящий. Вот какая красота-то сейчас продается. Так, другая сторона этажерки. Здесь у нас георгины. 430,99 рублей стоит. Я вот так вот поведу. Вы сами увидите название. Цена одна тут у них у всех. Название видно. Я немножко пока помолчу. Так, вот стенд с лилейниками и с лилиями. Давайте посмотрим сорта и цену лилейников. 295 рублей. Вот так вот. Видно тут название, если приподнять вот так. Ямайка и Кайзи. Так, с лилейниками все. Так, ну давайте пробежимся еще по лилиям. А, так, это Генри. У меня была лилия Генри. К сожалению, ее сожрали мыши. Она такая вкусная оказалась для них. Так, 231 рубль. Так, значит, здесь везде по одной штучке. И 231 рубль все, я так поняла. Азиатская махровая.
Вот и гибрид фризо. Высоченная лилия, у меня она 2 метра. Цветочки так, ну, красивые, средние, но 2 метра высотой, это впечатляет, конечно. Трубчатая Regale Album. Азиатская, опять Генри, это видовая лилия Генри. Golden Snow. Это 231, это азиатская махровая. Так, восточная. Раз у нас так лежит у нас, давайте рассмотрим. Маленькая она, маленькая. Так. Разбор луковиц 14-16. Да, это меленькие луковички, конечно. И цена 231 рубль. На каких-то лилиях здесь напечатан разбор луковиц. А это я не вижу разбора. Ну вот все луковички 12-14 и 14-16, они, конечно, будут... они, конечно, зацветут в этом году, но у них будет один цветочек всего лишь на цветоносе. А бамбини это... Это мы уже видели, это повторы пошли. Что-то все у них здесь так перемешано. Леди Элис, это тоже, по-моему, видовая. Азиатская махровая Афродита. Эксельсиор. Восточная. Сайберия. 231 все. Так, ну там неудобно смотреть. Давайте пройдем. Тут еще есть лилии на другом стенде. Или с обратной стороны этого. Сейчас посмотрим. Вот здесь написано крупный размер луковицы. Но она, правда, потяжелее, чем то, что я смотрела. А, ну, правда, эта луковичка покрупнее. Так, на вид она, наверное, 16-18 даже может быть. И что все они в одной цене, вот это мне как-то странно. 231 рубль. А, ну, для этих это еще ладно цена. Но вот для мелких... Это ее пока посадишь, она вырастет. Один цветочек даст в этом году. Потом надо ее кормить и кормить, пока она не увеличит свою луковицу и не будет цвести, как положено, в 5-6 цветов на одном цветоносе. Так, лилии еще есть вот такие, вот 144,90. Так, они вот немножко в другой упаковке. Вот она уже пошла в рост, но луковичка здесь... Но нигде не напечатан разбор луковицы. Но вот эта луковичка не такая маленькая, как вот те я видела, 14-16. Так. Вот. Я просто так пробегусь немножечко. Потому что про лилии я уже очень много всего снимала. Всегда много снимаю про них. Я их очень люблю. Так, еще лилии по 198 рублей, 99 копеек есть. Азиатский арсенал, Happy Spring, Латвия, Zella's Dream, Vermeer, Gironda, Yeti, агрофирма Поиск. Что-то я не очень понимаю. Вроде эти луковички покрупнее, они стоят 198, а те предыдущие помельче, они стоят дороже. Так, Лагибрид Пати Даймонд. Вот Лагибрид, это хорошая вещь. Хорошо зимует. С тонким нежным ароматом. Такая же неприхотливая, как азиатская. Так, восточная Ла Рошель. Жеронда. Невозможно снимать, потому что стенды стоят рядом. Лагибрид Чайковский. Прекрасная лилия. Лилия восточная. Арабиан Ред. Красивые восточные, но плохо у нас зимуют. В Подмосковье без укрытия зимовка не получится. Так, ну вот, значит,
это все я посмотрела. Так, ассортимент лилий увеличился. Ну, не очень большой, но пойдет. Так, тут еще продается семенной картофель. 2 килограмма. Ривьера, 313 рублей. Скарлетт. Это опять Скарлетт. Манифест. Там дальше лук, сивок. И вот тут много семенного картофеля. Это опять манифест. Ривьера. Гала. Коломба. Это тоже коломба. Ну и там внизу еще разные, разные сорта семенного картофеля. И вот луки, значит, здесь. Сивок белый, 0,5 килограмма, 304 рубля, 270 по полкило здесь все. Штутгартер Ризен, 159. А почему тогда тот такой дорогой? Центурион 190. А это 1 килограмм 326 рублей. Ой, он уже какой. Можно собирать урожай. Это все повторы. Штутгартер написано. В общем, вот так. Кому надо, тот приедет и внимательно рассмотрит все сорта. Ударная цена 199 рублей 500 грамм. Ну, конечно, в огромном ассортименте семена цветов. Всякой зеленушки семена. Редисочка, свекла, морковка, капусты все возможные, кабачки, баклажаны, перчики, огурчики, томатики. Цены тоже очень разнятся. Есть подешевле совсем, а есть и очень дорогие. Все для богатого урожая. Много всякого полезного. До свидания, дорогие друзья.